Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность переброски большего количества американских войск из Германии в Польшу. Варшаве это нужно для подавления потенциальной агрессии со стороны России. При этом дополнительные войска США в Европу присылать не планируют. Принимая Анджея Дуду в овальном кабинете, Трамп подчеркнул свое желание усилить военное присутствие Соединенных Штатов в этой восточноевропейской стране. В Польше уже находится более 5000 американских солдат в рамках операции НАТО. Как указано в совместной декларации, Соединенные Штаты и Польша продолжают укреплять сотрудничество в области безопасности. Польша обеспечит базирование инфраструктуры для поддержки военного присутствия около 1000 американских военнослужащих. Польское правительство заплатит за этот проект, США не понесет затрат. Также Трамп объявил, что Польша заказала 30 американских истребителей F-35, добавив, что решение не окончательно.